Короче, иду такой, блядь, по двору. Хуяк, буханка такая выруливает во двор. Я такой думаю, ага, блядь. Думаю, слушали мой телефон, позвонил Гоша, сказал, сейчас подъеду. Не сказал, зачем. Такой, говорит, сейчас подъеду, все, выходи, выходи. Значит, как будто что-то у него уже есть с собой. Я думаю, вот, зачекерили, блядь. Короче, и на буханке еду слушать или снимать на видеокамеру. Сделку. Вот. Я такой иду. Думаю, вот они, думаю, едут, блядь, а я думаю, такой хитрый, со двора ухожу, и сейчас без палева вас встречу, думаю, вы на такси, и за домом, думаю, и они как бы проебутся, как бы, блядь. Ну, эта буханка берет, резко сворачивает, и мне в лицо едет прямо на пешеходную дорожку, блядь. Я такой, блядь, тихо. Дэгин, нахер. Там такие хуя сидят, блядь. Блядь, он не... Давай. Я, блядь, чё, блядь, Вот то, что я хотел думать, блядь. Я тебе говорю, реально так подумал про буханку, которая едет во двор, и она на меня, блядь, и там такие, Вот, сейчас сказать.